Продолжают приходить письма в поддержку Николая Платошкина. Зачитаю письмо от депутатов Московской городской думы. Председателю Следственного комитета Российской Федерации, генералу юстиции Российской Федерации Александру Бастрыкину. Уважаемый Александр Иванович, мы, депутаты Московской городской думы, в связи с арестом Николая Николаевича Платошкина, вновь заявляем протест против преследования людей по их убеждениям, по политическим мотивам. Вместо того, чтобы искать и наказывать преступников, правоохранительные органы устраивают охоту на мирных граждан, выражающих свое несогласие с курсом, проводимым официальной властью. Письмо от Всеармянского союза офицеров. Мы крайне удивлены арестом Николая Николаевича Платошкина, человека высокообразованного, честного, правдивого, порядочного, преданного России и русскому народу. Мы знаем его почти 20 лет с тех пор, когда он работал заведующим армянским отделом МИД Российской Федерации. Надо думать, что в России арестованы все коррупционеры, взяточники, воры и хапуги, и настало время закрывать в тюрьмах честных и приличных людей. Конечно, это было бы отчасти здорово, но ведь это далеко не так. Нам остается надеяться на благоразумие и трезвость властей.